Буквально несколько месяцев, и с этого склона смогут кататься лыжники и сноубордисты. Сегодня здесь идет монтаж фундаментов подъемника. Уже изготовлены промежуточные станции, идут работы на верхней обводной станции. Кроме того, специалисты приступили к монтажу опор. Они подготовлены и развезены по местам установки. Под все уже фундаменты залиты, поставили это дело пару недель. И сейчас фундамент делается для последней верхней опоры. На горнолыжную базу подведено электричество. На территории будет работать пункт проката и кафе. Сейчас рабочие проводят строительно-монтажные работы в здании. Устройство каркаса выполнено. Привозят сэндвич-панели. Ход строительства оценил глава региона Василию Орлову. Показали основные объекты будущей горнолыжной базы, общая площадь которой составит 600 тысяч квадратных метров. Общая длина горнолыжных трасс первого этапа строительства 1700 метров, а перепад высот порядка 130 метров. Мы рассчитываем на то, что в этот зимний период эта база будет запущена. Здесь три трассы. И это позволит заниматься и взрослым людям спортом, и позволит организовывать спортивные занятия для детей. Со своей стороны правительство помогло тем, что предоставило без торгов земельный участок, предоставило льготы по налогам данной компании и передало оборудование, горнолыжное оборудование, подъемник, который у нас был установлен на базе в Наталино. Горнолыжный центр находится в 25 километрах от Благовещенска в селе Белогорье. Он ориентирован на несколько видов спорта. Зимой это горные лыжи и сноуборд, летом велосипед, катание на лодках и катамаранах. Для посетителей центра будет организован прогулочный трекинг, положены экологические тропы, различные длины и сложности. Ольга Сысой, Антон Максимов, Амурское областное телевидение.